Николаевна Швайко. Я директор ресурсного центра «Открытый старт». Всем здравствуйте. Я Александра Новикова, специалист ресурсного центра «Открытый старт». Специализируюсь по связям с общественностью. Кудловского района, поселок Шипицыно. Ресурсный центр «Открытый старт» – это молодая организация, молодая НКО. Нам еще нет года. Мы были созданы 7 декабря 2020 года. Прошли регистрацию НКО и стали юридическим лицом. То есть это не год и не два, это, мне кажется, даже целых 5 лет. Я думала, что надо НКО, надо зарегистрировать НКО, но не хватало знаний. И когда вот попала в центр «Гарант», в программу «Малым территориям большое будущее», конечно, вот здесь у меня стало проясняться, что обязательно должно быть НКО, как должно быть НКО сделано, что какие виды деятельности я для себя, как для директора и для руководителя центра предложу своим сотрудникам. Меня останавливала бухгалтерский учет, вот эта деятельность, хотя я сама экономист по образованию, не работала бухгалтером продолжительное время, хотя основы бухгалтерии я понимаю и знаю. И вот это меня всегда останавливало. Вот. А в принципе, ничего страшного, я думаю, что мы это все решим, и все сможем сделать. Я хочу добавить о том, что ресурсный центр именно сначала начал с поиска инициатив, с поиска тех людей, моторчиков энергичных, которые есть на территории. То есть мы оценили, промониторили, кто где может нам помочь. То есть мы выявили центры активных людей и начали с малого. В принципе, мы маленькими шажками идем, наверное, бы ничего по-другому бы мы не делали. Быстро развиваться тоже не получается. Хотелось бы, конечно, сразу больших грантов, хотелось бы сразу больших партнеров, но все должно быть постепенно. Мы бы, наверное, провели немножко сейчас вот работу над ошибками своими, да, и ничего по-другому делать не надо, каждый опыт, он все равно опыт, и даже отрицательный. Что самое главное, не бояться, но, опять же, оценить здраво свои силы, возможности, и действовать, приносить не причинять, а приносить добро.